Очкинцы, с вами Очкин Чел. Сегодня у нас интересный видеоролик. Сегодня я вам покажу новые крылья, которые, возможно, добавят в следующее обновление в Чикенгане. Наверное, вы уже слышали то, что я со своей студией разрабатываю игру RP City Brewhaven, а также веду телеграм-канал, куда выкладываю эксклюзивный контент. Но немногие знают то, что скоро в этот телеграм-канал я солью билд, и вы сможете поиграть в эту игру в раннем доступе, то есть как бы стать бета-тестером и войти в историю. Ссылочка в описании в закрепе. Я на вот этом сайте нашел модельки крыльев, которые у нас уже есть в Чикенгане, а также которых у нас нет. У нас в Чикенгане есть два стиля крыльев, вот такие, как бы и такие. Крыльев на сайте всего 10, как бы двое у нас уже есть в Чикенгане, ну я имею в виду про пары. И еще 8 разработчик нам, по идее, должен добавлять, как бы, с каждым обновлением. Кстати, просто говорю, пак стоит 19 баксов. Если разработчик в следующем обновлении будет добавлять крылья, то он может добавить вот эти, вот эти, вот эти, вообще, короче, абсолютно любые. И все, я думаю, они будут у нас в Чикенгане со временем. Не зря же разработчик покупал целый пак. А кто в танке и не понимает, что типа за крылья? Короче, у нас в Чикенгане уже 2 обновления подряд разработчик добавляет крылья. На картах прячут маленькие крылышки, которые люди должны как бы искать и получать. Короче, просто посмотрите это видео и все поймете. На этом все. Извиняюсь за такой короткий видос. Если вы хотите смотреть больше видеороликов от меня, то заходите на вот эти мои вторые каналы. Там я часто публикую новые шорты и обычные видео. Подписывайтесь, мне будет очень сильно приятно. С вами был Очкин Чел. Жмите на это видео. Не забывайте подписываться на RP City Brewhaven, в мой телеграм-канал. Как бы всем удачи, всем пока-пока.